Приветствую вас, друзья, с вами Назар. Мы продолжаем играть в Европу за Османскую империю. Ну что ж, у нас идет война против Московии. Ого, уничтожили им полностью армию, где-то 20 тысяч у нас тут шло. Вот, и мы ее полностью уничтожили. Перед этим тоже было еще тут одно сражение. Вот, между сериями я тут немножко отыгрывал, Ярославль захватил и... Тут тоже одно сражение провели, вот. Швед уже не рискует напасть. О, кстати, заключили мир Франция-Кастилия. Так, Франция забрала две провинции, Брабанта и Баруа. Баруа это у нас тут, а Брабант вот здесь. Претензии. Ну ладно. Вот. А нам бы француз долю бы он нам дал. Целую настоящую. Большую, огромную долю. Вот. Тут разбил этих повстанцев. Правда, как видите, очень много потерял. Почему-то, не знаю почему, я тут даже... А, у меня генерала тут не было. Ну, понятно. Теперь понятно, почему. Так, тут тоже у нас были повстанцы. Так, ты иди сюда. Ну, будем сейчас нападать на Гуджарат. Кастилия объявила нас соперником. А они что, могут даже? Даже после того, как их тут так хотя... Ну да, они еще могут. Ладно, нужно следить за ситуацией, которая происходит здесь. Было бы хорошо, конечно, Москве разорвать союз со шведами, чтобы их тут никто не трогал больше. О, тут открылись. Ага, ого. А тут открылось огромное количество территорий. Отлично. Ну, кстати, год, 100 лет прошло. После начала игры, вот декабрь 1444-го, прошел год целый, блин, что мне хочется сказать, что прошел год, если прошло 100 лет, не знаю, что-то вот такое вот мне хочется. Ну, тут Япония, интересная такая ситуация, тут что, Лансанг здесь стал жирным, Бенгалия, кстати, жирная. Но она тоже вот не особо-то хочет перекрещивать провинции, много индуистских, и ничего она с ними не делает. Я не знаю, почему ишки не хотят так перекрещивать, что у них там такое, за такое нежелание большое. Вот, эти перекрестили одну кровку, самую дешевую, остальные не могут. То же самое и Гранада. Не, Гранада до сих пор не перекрестила, так что... Ну, не знаю, может из-за того, что денег нет, может из-за того... Ну, хотя там очень медленно у них это все происходит. Это у католиков там хорошие бонусы к перекрещиванию. Вот там. Ну, вообще, рекомендуется вот эту ачивку делать за осман, но переходить в католичество. Захватывайте какие-то вот тут католические провинции, там, не знаю, кто что тут. Ближе всего, вот, например, венгров. Там захватили 4 провки, восстало восстание и пошло на вас. Там тут все поперекрещивали они и все. Так, Москва, блин. Ну ладно, восстание будет, так будет даже быстрее. На 3 года. Так, Новгород, ну и тут Галич еще остался, ага, и Вятка. Вятка, я думаю, возьмем. Без проблем. Радуйся, Дания, я тебе помог. Хотя это ей не особо-то поможет. Хотя вот ходит тут литовец, что-то ходит и никак не может ничего сделать, что не идет дальше. Не знаю. Так, там уже отбили. Отбили. Ну, значит, пацаны, давайте сюда. Это кто такой? Это что такое? А,
это у нас корабли, которые опять не могут никак соединиться. Да что за бред? Чего они не могут никак соединяться? Ведь раньше постоянно соединялись. А теперь какой-то трабл у них большой с этим вот соединением. Так, что я... Где я? В Ормузе. А чё у них... А, стоп, не Ормус. Аденский залив. Вот сюда. Хотя у нас тут и уже есть хороший такой процент. Хм. Может, в Ормус? Ну, тут просто очень бедные. Одна монетка, тут уже 1,5 монеты. Да, давайте пусть лучше будет в Ормузе. Тут куда тут идет? Сюда. То, что сюда закидываем, то отсюда и увозим, получается. Ну, посмотрим. Ну, Ормус нужно брать. Сам Ормус, и нужно брать вот этот маскат. Что там? Австрийцы приняли вот эту технологию. Ну, институт. Колониализм, я тоже могу внедрить его. Вот. Но, как видите, очень дорого. У меня нету 2600, ну, 2700 почти что. Ай, нужно 1200 монет. Где их взять, не знаю. 1200. Ну, сейчас будем мириться вот с с московцами. От них будем просить. Так, это кто? Бляха, новгородские. Они на нас пойдут. Да блин, да сколько можно? Тут уже было где-то 50 с чем-то, уже 49. Чего они мрут? Чё такое происходит? Так, не снижай. А? Да ты, блин, гонишь. Я не знаю, с этим наследником постоянно какая-то происходила, но он хорош. Бляха-муха. И мне, конечно, его не дали назвать. Ну, естественно. Ну, блин, бате 62 года. Это... Может вообще никакой не родиться. Ну, хотя должен какой-то быть. Блин, ну чё мне не везет постоянно? Ну почему? Ну, ладно, давайте попробуем. Ну хотя тут 4-4, это нормально. Но я хочу дать ему имя. Я же обещал человеку. Ладно, хрен с ним. Посмотрим. Постоянно какая-то хрень должна произойти. Без этого никак. Без этого партия уже не партия. Если не произошла хрень. Так, дядя что делает? Культуру меняет? Да. Ну, пусть меняет. Московицкую тоже можно будет принять. Она тут такая большая достаточно. Ну, сейчас даже могу что-то там принять, какую-то культуру. Каталонская. Не знаю, почему тут каталанская. Может, так оно и должно быть. Но я не в курсе. Ладно, пока что не буду. Москва все еще не хочет подписывать мир. Так, тут напала на Казань. Казани тут, конечно, конец. Хорошее, блин, начало серии. О, 5
5-5-5, ребята. 5-5-5. Повезло. Анимирон второй. Будет вот так. У нас уж первый умер. Пусть будет второй. Сколько ему лет? 10 лет. О, блин, ребята, нам повезло. Нам крупно-крупно повезло. Великий шведский рандом решил немножко... так бы сказать, восстановить баланс сил. Так, сразу умер наш этот правитель, теперь королева, регент. Ну как, не королека, не королева, а Хасеки Султан. Товары плюс 10%, неплохо. Ну да, теперь классно, можно объявлять войны без проблем. Так, швед тут что-то, я не знаю, что он тут делает. Зачем он сюда приперся? Так, это кто? Это тоже новгородский. Ну, возможно, Новгород увидим. Было бы хорошо, если бы они сначала вот здесь все позахватывали, а потом пошли ко мне. Ну что там, Московия, может мы с тобой уже замиримся, а? Как ты думаешь? Ну тут бабла надо брать. Я все-таки хочу внедрить этот институт. Ага, бабла. 219 копеек. О, наберу бабла. О, буду богатый. Как Буратино. Как-то типа вот так будем их отрезать. Да, больше, я думаю, тут не надо брать. Они, конечно, смогут здесь взять территории. Но нужно разбить им армию. Так. Агрессивка на Польшу сколько идет? На Польшу идет мало. Даже не показывается. Это замечательно. Это замечательно. Значит, можно еще против Польши, либо где-то там в Европе. Против кого-то, либо против Венеции, либо, не знаю, Милана, папы. Тут прикол в том, что я сейчас опять увеличу количество территорий, и вот тут будет еще дороже. Не будет, уже 2800, уже стало что-то дороже. Хотя должно уменьшаться. Потому что вот, например, вот здесь принялось, внедрился институт в эту пробку, или вот эту, не помню в какую. Оно должно, если оно внедряется, оно, по идее, должно становиться дешевле, оно, наоборот, стало дороже. Было 2670, стало 2800 что-то. Возможно, из-за того, что падает это самое автономия, не знаю, не знаю, из-за чего оно тут подорожало, так вдруг... Тут я могу взять 900, да. Тут, например, можно взять будет коррупция. Да, вот это можно будет взять. Порча монет. Ну, тут девальвация, только порча монет это если... Ну, девальвация это если валюта обесценивается... по естественным причинам, а порча монет это по сути та же девальвация, только это если государство преднамеренно это делает, то есть оно само хочет вот сделать вот такую вот шнягу. Давайте разочек испортим монету, сразу коррупция, искоренение на семерку поднялось. Так, и что? Давайте в кого-то попросим. Так, 2700 в зиме. Там техи вроде бы дороже. Да, 5%, бляха-муха. Не подходит. Не подходит вот эта фигня.
Ну, как вариант, просто убрать войска свои отсюда и снизить им содержание. Вот. Ну, пока что ждем. Я не хочу еще повышать коррупцию, не хочу. Сейчас мы насобираем. Тут, в принципе, немного осталось. Просто нужно внедрить до того, как я возьму эти пробы, потому что за них... Хотя, возможно, когда пока они еще не национальные, возможно, за них нельзя платить. Короче, мозг уже кипит. Вот тут пока что грабим. Что? Где что есть, то грабим. Набираем монетки. Ну хорошо, что Московия тут много не получит, тут уже, как вижу. А, она уже, похоже, вышла из войны, да? Да, кстати, тут нужно поставить звездочку, пусть будет. Она вышла, просто у них Нева вот была оккупирована, тут вижу теперь, она осталась за Данией. Просто белый мир, ну отлично. Так, тяжелые суда, отлично, 10 лет... Не знаю зачем, не знаю почему отлично, но пусть будет отлично. Так, почти что награбили уже все. Успеет до конца месяца, успевает. Гайч взяли, тут еще пусть немножко постоят, пусть пограбят. Популярные религии. Искоренит синкретизм. Терпимость к истине плюс один, время 15 лояльности, время влияния. Хорошо. Хорошо. Хотя с миссионером у нас и так работает, отлично. Так, 60-ка. Племя. А. Я бы хотел с церковников содрать деньги, а тут нельзя. Так, бей, можно еще вот так сделать. Так, чуть больше прибыли будет. Но коррупции все равно придется поднять. Так, это кто? Казань атакует. Серьезно? Ну, Казань, смотри. Тут еще раз грабим. Да, смотри, блин. Почти что побеждают. Ну ты смотри, ты только на них посмотри. Давай поможем. Раз уж такая пьянка. Держись. Держись, Казань, держись. Есть. Молодец. Спасибо за халявных 0,5 военных традиций. Неплохо, неплохо. Сколько у нас сейчас? 87. Ну, мы где-то так держимся в районе от 80 до 90. Так, сейчас будет атаковать нас. Ох, я люблю механику Европа Нерсалис. 1000 человек убили, там, не знаю, сколько тут было, где-то 1010 больше, 12, наверное. Ах, люблю Европа Нерсалис. Потому что у них была нулевая моралька, они сразу все взяли и умерли в один день. Жили-были и умерли в один день, знаете, прям как в сказке. Так, ох ты, блин. Вот тут хреново. Вот тут хреново. 2790. Сколько надо? Ну, почти сатанчик. Станчик. Ну, ладно, давайте уже меримся. Берем вот так провы. Галич, ладно, не буду брать пока что. Тут тоже не буду. Тут оно все будет закрыто. Зарезервировано за мной. Так, больше взять нельзя.
Репы пусть будут. Убирай свои корки. Возвращать. Вот это разве что можно. Хотя это... Ну, это этих... Короче. Неважно. Не нужно этого делать. Вот, можно вот так сделать. Ну, чтобы Ярославля чуть лучше были отношения ко мне. Ну и пусть разорвет союз. Да. Все. Ну, сейчас посмотрим, сдорожает или не сдорожает. Сдешевело. Так, дали еще какую-то ачивку. Какая-то мадам там была нарисована. Ага. Захватить землю, пока королева регент правит страной. Так, Ярославля, ну, они, конечно, разгневаны, но можно попробовать все-таки улучшить это. Хотя, пусть все вступают, господи. Чем мне с этого? Вступят, ну, вступят, и что? Так, Венеция как-то выжила, даже несмотря на то, что против нее тут пол Европы воевала. Как-то она смогла выжить. Ладно. Ну давайте внедряем, я не знаю, почему. Чего оно подешевело? Блин, как-то странно, оно все считается, конечно. Давайте внедряем. Так, ну тут 9 очков потеряю. Да ничего страшного. Куда их можно потратить? Можно апнуть какую-то правку. Отлично. Так, это 50. Блин, оно сейчас... оно скоро начнет распространение. То есть то, что я тут получил, оно мне вообще... Ну не, ну как оно поможет? Оно поможет, оно сейчас уже, насколько дешевле стали техи. Мы сейчас их всех берем. О, кстати, тут не отобрали, а чё? А, 1017, а чё так? Было 1000, а чё? Ну ладно, пусть будет. Так, коррупция, отлично. И тут еще коррупция будет падать. И тут... Вот тут ничего. Фихте. Фигте, а не падение коррупции. Хватит с тебя так. Нормально. Национализируем. Тут давай повысим немного. Содержание армии уберем. Наполовину. Вот так. Так, осадник. Осадник, ты беги. Вот так, сюда. А тут парни пусть пока что подождут. Пусть немножко казна вырастет. По 11, пару месяцков. Поменяем заодно типы войск. Все замечательно. Так, и этих ребят я тут оставлю. Тут они будут сражаться против... Ну да, против, ну, сепаратистов вот этих. Ну пусть они где-то тут стоят пока что. Двадцатки хватает, хорошо. Ну блин, приехали. А чё не могут-то? Ну офигеть теперь. И мин даже не может. Ну, возможно, они смогут. Тут, наверное, из-за того, что технологии... апнул или что? Я не знаю. Ну что я тут взял? Я тут фигню взял, конечно. Ну пока что отменим. Чё ж поделаешь. Пусть будет так. Так, эти... Ну, они не будут вступать в коалицию.
Значит, отзываем отсюда этих ребят. Там сейчас быстро в Индии повоюем. Так, швед просит. Ну, хорошо, проходи. Он что, еще воюет? Нет, он не воюет. Не воюет. Ага, он воюет, но Дания отбила здесь территории. Угу. Ну, хорошо, хорошо. Ох, блин, туда нужно. Вот этих католических фанатиков. Венецианско-турецкая война. В связи с захватом 29 мая 1953 года турками 453-го Константинополя объем торговли Венеции на Черном море уменьшилось. Объем торговли уменьшилось. В многочисленных войнах с турками между таким-то годом Венеция потеряла часть своей торговой империи, доставшейся от 4-го крестового похода в Эгейское море, Грецию, Финны. В войне 1499 года Венеция потеряла крепости в Марии, Мадон, Кортон и Наварин. О, блин, передача провинции? Искандерия, стоп. Не, ну я не передам. Где это? Не, ну можно передать, конечно, но фиг ему в руки. А, вот здесь Александрию? Ты чё, блин, дурак? Иди в одно место, Венеция. Александрию на халяву. Ну, вступит, конечно, в коалицию, ну хрен с ним. Я не отдам Александрию. Ой, а француз-то чё делает? О, против Англии. О! 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 Вот это хорошо. Так, только у меня против Австрии нету никакой, ну, никак с ними нельзя соприкоснуться. Блин, стоимость арты. Ну, 2 года. Ладно, я пока что не буду никакой арты заказывать. Думаю, может, закажу. Ну, ладно, не буду. Вот то, что Франция тут и воюет, это просто праздник. Праздник просто такой. Все гуляют, короче. Никто не воюет, никто ничего не работает, все гуляют. Кантабрия. А что Кантабрия, что она до сих пор бунтует, что ей не нравится? Ну, сепаратизм. Долбанный сепаратизм. Можно повысить. Буду парить себе мозг всякой дурней. Что нельзя? Но нужно, наверное, перезагрузить игру, тогда, возможно, оно и будет. Так, московские. Угу. Новгородские. Угу. Ну, то хорошо, значит, их там будет немного. Если они вот такие. А, немного, 26к. Московских 20к. Откуда? Две правых 26 тысяч. Ну все, собрали немножко деньжат. Армию выставляем на полностью финансирование. Так, командиры мрут как мухи. Остаются одни. Ничтожество. Ну, дай мне генерала. 2-3. Ну, хоть что-то. Да чё вы мне постоянно эту манёвренность даёте? Да не хочу я этой манёвренности. Да отцепитесь от меня со своей манёвренностью. Не надо оно мне. Так, эти ребята на подходе. Хорошо. Тут просто будет большой замес. С Малва, из Дели, с Гуджаратом и с Персией. Может, вот эту армию оставить на Персию? Не надо. Хотя персы, по идее, сюда должны пройти. Ну, это осадник. Пусть сюда идет. Вовремя. Ну, не знаю, тут
Получится им, не получится, в принципе, мне все равно. Это их проблемы, их заботы. Вот тут, наверное, я крепость уберу. Зачем она здесь? Ну, в городе пусть будет, тут пусть будет, тут пусть будет. Тут, по идее, тоже можно убрать. Ну, да. Тут пусть будет. Здесь бы где-то еще в горах я бы поставил. Но нету денег, короче. Так, все, фанатики должны успокоиться. Ну, успокоиться со временем. Там армия стоит, тут армии на подходе. Ну хорошо, я думаю, можно уже объявлять войну. О, далее еще не согласен. Замечательно. Очищение от ереси. Так, сколько у меня там? Благочестие, минус 9. Ладно. Так, тихий вот тут. Ой-ой-ой-ой-ой. 11 лет аж. Блин, тут нужна... Как же я тут хочу 14-ю взять исследование, наконец-то. Ну ладно, ладно. Объявляем войну. Мало Персия. Так, ой, сразу бой. Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой, паника, паника. Так, здесь я, конечно же, никуда не пройду. Потому что крепость блокирует... Садник, что ты тут стал? Давай сюда. Тебя тут ждут. Ну, через синт он нам не даст прохода. Нет, он даст мне проход. Замечательно. Замечательно. Значит, уходим отсюда. Даем пройти нашему осаднику. Блин, надо сваливать. Но если дождусь, то я его разобью. Не знаю, дождусь, не дождусь. Хотя я тут неплохо сражаюсь даже. Чего? Как мои 7 кораблей уничтожили ему 4, при том, что у него было 17? Чего? Чё это такое? Чё это такое? Так, блин, проморгал. Вот это. А сюда не, сюда не могу зайти. С Дели мы не воюем. Ну, раз уж такая пьянка... Давайте вот так сделаем. Это будет на поддержке, а то пойдет куда-то в Персию. Да, давай вот так обойдем. Не, ну это было странно. Так, в Африке что тут? Ага. А, португальцы сюда решили идти в колонии, а не в Новый Свет. Ну это замечательно. Для нас это замечательно. Надеюсь, Карибы там открыты. Я только хочу, чтобы Карибы были открыты, потому что там провы такие жирненькие. И просто тогда будет проще мне. Ну, не мне, а моим вассалам, ну, этим колониальным автономиям перекрещивать. Надеюсь, они будут перекрещивать. Но там по-любому придется закидывать тонны бабла. Так, Венеция, Хиджаз, Мамлюки. Ну, такая компашка стандартная. Так, этих можно даже вдвое разделить. Одну сюда пока что. Ух ты, блин, сколько они тут хапнули. Так, французик, с тобой мы друзьяки, да? Хорошо. Можно им еще независимость гарантировать, еще немножко, плюс десяточку. А, нельзя, наверное.
Они слишком крутые, чтобы мы им гарантировали независимость. Так, Кастилия. Ой, когда? 49-й. Ну, через 2 года Кастилия тоже вступит в коалицию. Блин, долбаная Венеция. Это она собрала коалицию, она первая вступила. Так, тут 40. Ну, давайте будем потихонечку улучшать. Чтобы они выходили. Ничего страшного, конечно, нету пока что. Пока. Потом будет страшно, очень страшно, если еще Кастилия вступит, если еще кто-то там захочет. Но там вроде бы уже больше нету таких желающих. Ну, будем смотреть. А у меня тут хотя бы осадный стоит. Да, осадный, хорошо. Медрибахрийский осап. Не надо. Хочется еще в этой серии хотя бы в одно сражение вступить против врага. У них тех 9 с 12. А военные есть количество. Чувак, тебе не повезло опять не повезло. Так, сюда хоть какого-то осадника давай, сюда закинем войска и тут будем стоять. Теперь ее просто буду выбивать. А, блин, эти козлы тоже могут вступить. Ну да. А как это они получили тут провы, при том, что они все еще воюют с Хорезмом? Возможно, кто-то воевал тоже с Хорезмом и заставил его вернуть провинции Персии? Тимуриды, Табаристан, Сунд. Возможно, вот эти. Табаристан, Сунд, Мултан. Скорее всего, что так. Так, тут еще немножко территории хапнем от... ну, не хапнем территории, а карты своруем. Так, успеваю. Должен успевать. Вступили в бой. Что у него там по составу? Вот такой, пехота. Тут одной армии даже смогу. Сразу свалил. Ладно. Не-не, ты стой. Ты иди сюда. Столицу будем брать. Каракуюнзла, молодец, молодец. Мало стоит, даже не помогает. Поняла, что это бесполезно. Нельзя. Никуда нельзя. Давай хотя бы тут возьмем. Хотел просто взять эти провки, чтобы вот тут было больше процентов блокады, она тут вроде бы не блокирует. А не блокирует. Ну, нормально, значит. Так, Табристанушка, давай, проходи. Я совсем не против. Так, эти что? Они торгуют, даже несмотря на то, что идет война, они торгуют. Да. Смотрите, сколько меньше стали вывозить. Было больше.
Тоже не особо-то. Хотя тут захвачено мной нормально, ну, все территории, которые нужны для торговли. Ну да, тут сейчас... А, это из-за того, что у меня сверхрасширение. Да-да-да, все нормально. Торговля упала, подупала. Так, ну, баблишко капает. Ой, коррупции нужно побольше немножко. Так, на десяточку. Чтобы дешевле были техи и идейки. Ну, скоро возьмем здесь новую военную. Там еще две военные. И будет у нас дисциплина. Еще больше. Так, жаль, тут нету ни одного транспортника. Можно было бы через транспорт тут высаживать десанты. Ну хорошо, ребята, будем на этом завершать серию. Вот, так что всем спасибо за внимание. С вами был Назар. Всем пока, всем всего хорошего, до новых встреч.